Если я так буду шмыгать постоянно, вы меня убьете. Так, всем большой привет. Сегодня, кажется, 16-я часть трансляции. Ерич поддержал, говорит: Миша, what's you ha... Что? Helen, you do it. Что? Почему мне пришли обратно деньги за челлендж? Ты ведь не мог умереть 30 раз, а я промахнулся и отменил по ошибке. Итак, мы остановились на вот этой вот вальке, 4-й по счету. Опасная валькирия, ее надо освободить, щегол нам помогает. Почти убили в прошлый раз, не знаю, сколько мне сейчас нужно времени, чтобы вспомнить интерфейс. Поехали, работаем сразу. Бафаем топор, замедляем время. Замедляем, говорю, время. А, это перебивается штука. Берем, перебиваем, бьем. Сейчас может выпасть вперед, но я хочу вульвар. Ой-ой-ой. Чуть не пропустил удар. Ой, нормально. Так. Парируем. Как она кричит, как она кричит, вы слышите? Так, перебиваем. Это ваншот, эта штука, поэтому ее нужно прям перебивать, перебивать. Ульта накоплена, но я ее... Нет! Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я пропустил первый удар. Опасный, который сносит треть хп. Ну, или половину. Да, я хотел бы... Так, надо уходить еще, потому что выпад может быть вперед. Восстановил не очень много хп. Попробуем сейчас ее опять обилочкой шафтануть. На-на! Кричит она мне тут еще. А, достал! Нифига себе! Как она достала-то? Достала просто, понимаете, достала. Парируй. Так. Окей. Опять я не вижу этот удар. Ладно. Работаем. Да, и закрывается довольно оперативно. Хорошо. Скоро обилка откатится. Нет, 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 не увидел. Блин, твою. Встаем. Да, я из-за эффекта не увидел вообще, что она там творит. Уже плохо, я снял только половину хп, а у меня уже здоровья нет. Ой. Давай-ка попробуем немножко хотя бы подлечиться. Баф. Ай, опять. Она успела взлететь до того, как я... Только топоры разбафала. И закрывается очень оперативно, конечно. Нет, достанет. Да. Ну, в том месте лучше не зажиматься. Ладно, одна смерть. Ну, хорошо, нормальное начало, учитывая то, что был перерыв. Сейчас мы соберемся. Добрый вечер, Эливиэл. Эливиэл. Поехали. Привет, Мичка. Работай. Теперь продолжим. Yeah.
Она не очень сложная. То есть движение мы ее уже в прошлый раз изучили. Ой, вот это опасный момент. Лучше так близко не находиться. Ой, блин. Да я плохо сделал. Опять же уперся в стенку и все. Да. Нормально. Это было раньше делать. Рискую я тут. Так. 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 Ладно, давай вулера. Опасная тема, потому что по эффектам не видно ни хрена и бывает, какой она там мув делает дальше. Я решил на ней, по крайней мере, не экспериментировать с приключением оружия. Потому что не успеваю я иногда вернуть либо топор, либо еще что-то сделать. Вот это опасный удар, капец. Она его иногда не делает, но если делает, он такой резкий. Если ты постоянно не двигаешься вправо, то ловить его очень легко. Плохое место. Вот он. Но зато если она его делает, то она очень долго после этого отдыхает. Это хорошо. Нормально. По КД я просто делаю обилки. Нет, достанет. Не, не достала, не достала. Но закрылась. Да. Нет, нет! Твою налево. Ну вот как так? Я в текстуру опять уперся. Видите, говорил, что не надо шутить. Здесь другие ребята. Не, не это самое. Не простит же. Бафнем топор, замедляем время. Шатываем еще разок. Почему они? Она, по-моему, с этой довольно простая. Так, уже четвертый раз мы делаем эту обилку. У нее осталось где-то треть КП. Перебиваем. Достанет. Да, уже было. Да, бывает такое. Опять. Нет, успели. Но опасно. Эй, ну нет, что-то много. Здоровья еще осталось. Надо предельно сейчас аккуратно, блин, играть. Не, не то. Не то. Не то. Ах ты. Я думал, что не смогу уйти от этого удара. Нет, не то! Сто лет не было этого сета. Я перепутал направление, куда перекатываться. Встаем, ультуем, пытаемся восстановить КП. С богом. Волков еще вызываю под шумок. Нет! Твою налево и сразу под окончание ульты
Она делает этот удар, блин. Бог войны, богом прошу, не помри до конца игры. Так хочется... Вальки не в счет. Да, изи. А, да, хорошо. Это восстановление прошлого челленджа. А то первое я зафейлил по смертям, второе я зафейлил по точностям. Третье, у меня третью попытку Ерич отдает. Спасибо ему за это. Вот теперь начнем. Третья попытка. И на этой вальке. Надо, наверное, из псов вызывать тоже. Было раньше. А, нет, там ульта. Ой, как удачно. Я еле успел вообще. Потому что увидел поздно из-за того, что это анимация клевая. Вот так нельзя делать. Сейчас будет выпад вперед, я могу его пропустить. Просто проблема этой вальки, наверное, как и остальных, в том, что она может ошибиться, а ты... Блин, как же... А у тебя цена ошибки очень высокая. Я ультую сразу, чтобы не... Уже КП восстановить, надо восстанавливать. Как-то темно здесь стало, не? Она очень часто закрывается в этом ударе. На этот ее надо провоцировать. Видите, она очень уязвима после этого. Реально, окно такое огромное. Можно нормальные понакидывать. Топор максимально забафан. Вот это опасный, конечно, удар. В тот раз он вылетел. Блин. Я не вижу. Ты замедлился. Я не увидел вообще, что это за удар. Блокируемый нет. И в результате на половине хитов появляется вот такая вот фигня. Мне приходится юзать ульту, слежу за запасом ярости. И в любом случае я не смогу полностью выхилиться, как вы понимаете. Я не увидел просто это, что там. Да, хочется подлечиться. Нет, не тот удар. Вот. Она уже... Был уже такой, короче, вчера. То есть после этого сета у нее может быть один с выпадом удар тоже маркируется красным. И... Прямой, типа, короткий. А второй такой же с выпадом, тоже красный, но на него по-другому надо реагировать. И в результате... Ой, плохо. Я закидываю все, что только есть в нее на старте. Попадет. Не, не попал. Ну, был на грани, на самом деле. Вот опять.
И сложно точно сказать, как он там... Какой именно будет. То есть по определенным сигналам ты этот удар идентифицируешь как... И реагируешь на его соответствующим образом. Это-то не сложный удар, просто... Просто его прям надо... Четко увидеть. И как вы видите, она очень плотная. Не так. Плохо. Ой, успел. Красиво. Байт, конечно, очень классные. Просто эффектно. Ой, сейчас может ударить. Выпад и... Нормально. Так. Так. Нет, нет, нет! Не успел! Брат, держись! Да, я не успел прицелиться. Ладно, давай попробуем продолжить. Слишком рано нажал вторую кнопку, и при этом, получается, ударил, а не кинул. Такое очень редко у меня происходит. Мне просто простое действие сравнительно. Поторопился. Да ладно. А, у меня не было топора в руках еще. Прикольно. Нет, задание. О, просто отлично. Оттуда неудобно убегать из этого места. Надо запретить себе туда отходить. Давно мешает. Четвертый трай на сегодня. Может, разнообразие ради попробовать другие стрелы. Ну... Я нихрена не вижу в такой ситуации. Очень просто пропустить удар. Надо. Ой, опять. Чуть не пропустил опять. Вот. Вот сейчас я его не увидел, этот удар. Я его ждал чуть раньше. Его лешего. Как? А, я думал, я пропустил. По анимации было очень не совсем понятно. Если честно. А, давай сразу так. Так. Так, понятно. Мувсет, как видите, уже известен. Ну, то есть понятно, что она делает. Приблизительно в какой последовательности. Ну, в смысле, последовательности непонятно, но понятно, какие удары. О! Поздновато парирование нажал. Ошибка. Грубая ошибка. Вот ошибся раз, шотнуло меня. Казалось бы, тот удар, который там 20 раз подряд парировал без особых проблем. Ну вот, сейчас не спарирован. Он несложный тоже. Ой, сейчас уби... Нет, не достало, хорошо. Да, достал. Я спиной опять уперся в стену. Да. Нормально. Так.
не знаю, пробовать ли второе оружие, просто менять, пока мы убиваем, типа, первым. Ну, в смысле, отстреляли раз, да? Вызвали, там, сделали, вызвали, сделали, закинули, подспамили, весь урон внесли. Блин, каким-то чудом я увернулся, если честно. Я не понял, как? Вот, и сейчас, типа, когда... Как? Что? Первый раз такое. А почему она так быстро вернулась в нормальную... Очень странный был сейчас. Была тема. Очень странная тема была. Так. С этим ударом ее особо... Да, надо чуть раньше начинать, чтобы было запас там. Так. Так. Ну, типа в такой ситуации. Не, не хочу стабилку взять, слишком рискованно. Сейчас можно попробовать. Она хорошо дэмэдж наносит. Валька, она на собранность, блин. На правильность исполнения действий. Опять я зажался в это место, надо отсюда сваливать побыстрее. Ай, блин, вот что я делаю, а? Да я думал, успею уйти оттуда. Надо было блок, конечно, ставить. Ну, пропустил удар. Это не столь фатально, как в прошлый раз. Прикольно, эти удары крыльями, они вообще не перебиваются. Это ошибка. Сейчас я могу не увидеть ну, с этим. А вон. Увидел. Забыл, что я пробиваю же. Да, плохо. Ты справишься? Не очень уверен я в этом. Ну, у нее... У меня уже жизни второй нет. То есть, стычку я не переживу уже, любую. Жри, тут не жри эти штуки. О, видели? Не, вы видели? То есть я понимал, что мне... Ну, уже справа не перекатится, потому что там стенка была. По-другому ты от этого удара не уходишь, вообще никак не уходишь. Ой, сейчас попадешь. Нет, ты сейчас можешь попасть. Блин, как же близко-то, а? Вот он. Нет, не он! Позиция нужна, блин. Нет, не туда! Ну там стенка опять... Ай! Вставай, брат!
Самая большая проблема с ней, что ты на ограниченной, ну, в, может быть, даже ее провоцировать, блин, вперед на нее лезть. Не уходи слишком далеко, что у тебя было пространство для маневра. Вот что это... Ой, а как ты так... Ой, плохо. Ой, я не мог вообще никуда уйти отсюда. Еще одно подтверждение, что нельзя вообще там быть, нельзя в этом месте находиться. Таргет прячется, спадает. Черт, ты. Я стараюсь так. Не, такие удары не нужны, мишки. Поверь. Пока замахиваешься. Опять я в неудачной позиции, надо отсюда выходить. О, нет! Успел докатиться второй раз. Она закрывается вообще классно. Да, опасная тварь. И смотри, сколько мы ее пилим-то. Блин, кажется, я зацепился за что-то опять. А, это было не парирование с моей стороны, да? Это было не парирование. Блин, не туда откатился. Черт. Чуть левее взял, и уже дистанции не хватило. Да. Хилку вижу слева одну. Я не уверен, что меня кто-то спасет. То есть, по-хорошему, конечно, ее надо забрать, но... Ну, от ваншота она не спасет. Вот после этого надо хелки брать. Опа! Я не думал, что он на такой дистанции будет. Yeah!
Блин, как близко-то. Да больно просто. Я боюсь, любая тычка меня ушатывает, не говоря уже... Откроем. Открываем. Я жду, когда откатится обилка, чтобы замедление вместе с бафом сделать. Вот она. Вот это ошибка, возможно. Хорошо угадал, блин, с мувом. Я не уверен был, что это он. А, уже закрылась она. О, на слепку кидает. А как она слепку-то прокидывает, умудряется уже. Еще. Блин, осталось совсем мало хп, не отвлекайся меня. Нет, 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 твою мать! Да как так-то? Почему именно так? Нет, нет, маркер не туда! Иди к черту, короче, и маркер снялся в последний момент. Блин, так близко уже было. Ох. Не, ровненько было, хорошо. Да, маркер ушел и все. Спокойно. Вот теперь начнем. А что там какой-то лысый ставит фейспалм, я не понял. Профессионал, что ли, там нашелся? Ай, уже чарма нет на оружии, да? Фейспалм ставит. Все, простримил, пацан прошел, нормально все. На максималочке. Как бы тут изи, это же видно. Блин. Так неудобно, когда она прям над тобой. Оп. Чуть не промахнулся, блин. Я для начала начал. Ну, короче, не то сначала. Нет, не то! Ой, он перебивает удар, хорошо. Блин, не увидел. Ты живой? Ну, не видно сейчас было. Надо было по крику ориентироваться. Да, я понял. Увы. Прям под ней что-то не очень хорошо работает. Потому что ты не видишь ее мулом. А это не перебивается. Вот и прошла ульта, блин. Вот и прошла ульта. Да, лучше так. Значит, лучше до конца, на самом деле. Фух. Не ругайся, мы справедливо вместе с чиной составляется. Подсиду у тебя. Понятно. Держись, Неон. У тебя неблагодарная, конечно, работа. Это даже не работа, это хобби. Ты сам выбрал свой вот себя. Теперь начнем. Yeah.
я уперся, чудом вообще ушел. Чудом ушел. Давай, Миш, ты справишься. Ты всегда справлялся. Рано или поздно ты справишься. Не сегодня, так завтра, не завтра, а послезавтра. Короче, я попробую все-таки после сбивания ее переключаться на... Она зачастила что-то с этим приемом. После этого тоже можно попробовать. Давай, ладно, так. Вернули, потом так и так. И второй попробуем. Она, ей пофиг. Да. Ну хотя бы один это попробовать за правило брать, делать этот прием. Ой, не увернусь конкретно. Нет, тут хватило места. О, видите, какой чардж у него вообще дикий. Я думал, что отошел на достаточное расстояние, но через всю карту просто прыгает на себя. Класс. Я, говорит он. Назад. О, не-не-не-не. Я... Да я пытался блок поставить, но слишком поздно. Короче, ладно, да, давайте попробуем с вилками чередовать на определенный прием, и тогда, когда максимально у меня свобода есть. Вызываем волков, пытаюсь просто под ультой максимальный разъезд и нанести урон как можно больше. А, и она тут... А, перебивает. Иногда перебивает. Я не знаю, как это работает. Нет! Да. Так, да. Какая же она долгая, капец. Сложно. Сложно, но... Как кореночки, мне сложно тоже.
тоже надо было. О, нет. Как обычно, остается мало хп у нее. У меня тоже как бы на удар, поэтому... Нет, нет, далеко. Твою налево. Ошибка. Блин, последнее деление. Не-не-не-не-не-не, нет. О! Там нет места. Да. Нет, ты таргет, сука! Извините. Просто отлично. Ой, надо всегда делать чек на таргет. Блин, я уже третий раз за сегодня умираю из-за того, что таргет спадает после ее перемещения. Ох. Класс. Нет, я не увернусь отсюда. Я перестарался. Не, ну как? Ну иди на. Не буду даже подниматься. Ютуб попал. Ну, сегодня вроде Эльдар напрямую запускал ретрансляцию. Или не сделал. Так или иначе, я мертв, а Ютуб тоже. Но он говорит, работает же. Дезинформируем. Блин, она успеет взлететь. Это плохо. Надо обязательно смотреть, что за мух там у нее, блин, наверху. Нет, я опять не увидел этот удар. Ладно, давай, пунктуем. То есть я не увидел, я не... Когда увидел, что это за удар, уже понял, что уйти я от него не смогу в этой позиции. Да, блин, простой, конечно. Ну как простой, иногда даже... Ладно, поехали. Она, кстати, ни разу не... Вот и после этого надо обязательно еще парочку ударов сделать, потому что она морозная. Так.
Да, вот это... Короче... Не, я не буду продолжать. Короче, проблема... Может быть, даже под... Нет, надо два спецудара смотреть, какой из них... Ну, черт. Вставай, брат. Просто видите, иногда ты успеваешь эти две комбо провести друг за дружкой и нанести хорошее количество урона просто вот в эту паузу. Иногда не успеваешь. А если ты уже начал проводить, то, то остановиться бывает очень сложно. Понимаете? Не знаю. Здесь надо откатываться с ударом назад. Так. Так. Тогда нам... Да я жал! Блин, я не... Я промахнулся по кнопке. Я реально промахнулся по кнопке. Казалось бы, да? Что бывает. У меня так вообще часто. Да я подумал, что у меня тут один удар всего остался. Опять ты за свое, дура. Да. Так. Я схватила. Временем. Не, не успел. Успел. Сложно. Сложно оценить, блин, иногда. О, нет. Да ладно. Ну. Я хотел подхиляться, кстати. Держу в курсе. Сейчас, ладно, может попасть. Ой, не туда. Кажется, я периодически так мажу по ней. Вот этой обилке. Так.
вот как? Я не знаю. Я... Ну, она либо начинает рано прием, либо не начинает, все просто. Да, я ультую, но я... Это уже страховка пройденная моя. Ой, что делать? Ой, это... Извините. Так, так. Оп! Значит, это все? Как? Как она увернулась? Вот было, наверное, с ситуацией пара, тройка, десятков точно подобного рода. То есть стоит маркер, стреляют, дистанция. И какая-то специально вроде не... Вот теперь начнем. Она увернулась на этот раз. Вот именно на этот раз она увернулась. Я отмотал, таргет был. Таргет был. Да. Такое впечатление, что топор немножко... Немножко левее взял, короче. Да блин, вот как так? Так. Очень странно. Ой, нет. А, она... Эта штука не блокируется вообще. Я понял. А я удивлялся, у меня пару раз было... была ситуация, когда он... Тоже сейчас еле-еле попал, кажется. Давай-ка, ладно, ультуем. Блин, я думал, перебью. Все, поймал. То есть были ситуации, я не знаю, какой тут тайминг, но иногда ты вот подобного рода удары перебиваешь ультой, иногда нет. Черт, черт его знает. Так, хорошо. Значит, я был неправ, что полагал, что мы, за, ну, типа, отложим ее и быстренько убьем на следующий день. Понятно, что был неправ. А, ты не пробиваешь, все равно. Плохое место. Помню, понял. Надо отсюда выходить. Yeah!
Да как? Ну конечно! Блин, какая же она... Тварь! Вы понимаете? Иногда перебивается, иногда не перебивается. Ты не знаешь эти удары вообще. Да, можно тут явно промазать. И сейчас тоже топор летел как-то очень странно. Давай-ка попробуем с этим. С Вульвар-Локом ХП восстановить. Я не верю, что происходит. Человек простой. Просто пытаюсь нанести урон. А нет, она сейчас будет опять... Вот это можно пробить? Перебили, хорошо. И восстановились хотя бы немножко. Эта штука не пробивает. О, как она... Как? Что? Первый раз такое. У нее нет-нет, добывают такие темы. Не хочу рисковать. Она два же раза подряд сделала ульту. Как? Бафаем топор, замедляем время. Как же она медленно сдыхает. Как сколько же у нее хп, а? Нет, там тупик. У тебя все в порядке. Опять. Маркера не было, но... Что? Я не успел переключить на этим. Блин. Опять места мало. Нет, хватило. Хорошо. Вот это плохо. Плохо. Блин, как хватило этой дистанции, а? Наверное, здесь центр надо все-таки держаться. Прямо вот центра. Сейчас я все юзаю просто. Что откатилось даже без бафа на это. Что-то у нее какой-то баф висит. О, не-не-не-не. Нет. Плохо выглядит. Да там сзади опять стена. Это я и... Я и стена. Я эту стену. И опять на грани, блин. Yeah!
пор, пока под бафом надо пытаться. Нет, плохо. Не достало. Ой, как повезло. Еще много. Как? А. Это вообще слабо. Как? Нет! Да, блин, какая же она жесткая, а? Отделение осталось, блин. О! Нет, нет, нет! Давай уже! Ну, давай, волки! Есть, 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 есть! Эльдар заметил, как шкала меньше медленнее стала двигаться на последнем делении. Это 100% не совпадение. Фух, справились. Да. Ты освободил меня. Фух. Кто это сделал? Я помню только... Боль. Боль. И мою королеву. Она... Заточила меня здесь? Я решил по твой стрим уснуть сегодня. Сейчас лежу на боку, меня жена спрашивает, что это я голову на подушку не кладу, напряженно весь. Я должна найти ее. Да-да-да. Должна вспомнить. О. Лутаем. Я чувствую, если мы на пятую вальку сейчас пойдем, там должна быть шкала здоровья еще побольше, процентов на 30%. То есть мне уже не совсем по уровню. И правда, голова, виновна твоя королева. Так, шлем. Да, когда я видел ее в последний раз, она была другой, изменившейся. Сталь и дело не только в физическом теле. Она была беспокойна. Я хотел поговорить об этом, но она лишь пришла попрощаться. Я не думал... Мне жаль, нет. Мы ее найдем. Вряд ли она этого хочет. Я просто не пойму, зачем ей делать такое. Это ведь просто типический бред. Типический пример чары. Увеличение скорости и дальность перемещения при уклонении. Ее придется остановить. Валькирии надо освободить. Надо проверять. Только мы на это способны. Мы? Я слежу, чтобы не ударили в спину. Эпический пример. Рукоять для топора. Умеренный шанс взрыв при следующей атаке после успешного удара палача. Надо все равно проверять. Во-первых, это высокого уровня. Смотрите, 6 левела плюс грейдить можно. 10, 10, 16. Да, база выше сразу, чем текущая. Плюс можно улучшать. Да, 8-го можно улучшать. У меня тут 5-е. Так, и давай-ка сразу в броньку. Вытащим что-нибудь.
Надо проверять уклонение. Ну вот, типа. Вот он, ускорение. О! Заметно. Быстрее уклоняется и дальше шажок делает. На челлендж победить в упселе и пупселе, в мупсель хельме. Хорошо, хорошо. Так, в общем, у нас с вами странное место. Какую-то туда можно пройти, но вряд ли. Во-первых, я бельчонка бы вернул, чтобы ярость восстановить. С щеглом сейчас мы пойдем по основному квесту. И если наткнемся на кузнеца, сразу нужно прогрейдить рукоять. Мне кажется, что... Ну и надо ж удар палача практиковать. Удар палача — это стандартный, насколько я понимаю, сильный удар. То есть вот ближний бой, который вот... Да, удар палача, R2. Вот это вот. Который плохо юзается. К сожалению, против боссов. Ну, за редкими исключениями. На определенных предметах там. Короче, давайте щеглу выдаем вредную белку. Не откатилось все еще, мне казалось. Да, еще немножко, видите, вот сейчас откатилось. Алиэрос, 1000, привет. По-моему, поиграть в God of War — это отличная подготовка к надвигающемуся Warcraft пека. Всем. Ну да, такое. Плюс-плюс, кто хочет стрим по God of War от Мишкера. Пап, на третью часть. Рататоскар зовут нашего бога-бельчонка, который бегает между мирами и вытаскивает лут. А почему хил, кстати, выпал? У меня же полное здоровье. Вроде он действует по другой логике. Так, ну сюда я не пойду, я сразу по основному квесту пойду. Всем, друзья, добрый вечер, хорошего вам настроения. Поймался на мысли, что... Где-то пару часов назад, что те же самые симптомы, что и у моих. Начал заболевать, но... Вроде как нос пока дышит, горло не сильно першит. Поэтому вряд ли это скажется на стриме. Так, Рататоскар откатывается. Это была уже четвертая валька из восьми. 7 дверей, 8 валик. Восьмая, видимо, какая-то уникальная будет. Последняя, финальная, типа босса. Надо сейчас идти пометочки. Да, если вы пропустили прошлую часть, очень важный момент. Щегол начинает проявлять характер. Даже не проявлять характер, а выходить из-под контроля. Он иногда не слушается приказов. Он иногда... Он начинает дерзить. Все началось с того, как мы... как мы рассказали, что он бог. Тоже. Вот. И... Я не хочу идти сюда, потому что это пометки, а там я мог оставить легко. Мог оставить еще какой-нибудь из сундуков прикопанных, поэтому давайте я осмотрюсь. Помню эту локацию хорошо. В одном месте уже мы сдетонировали. Просто здесь я был очень давно, когда у меня не было ни лука первого, ни лука второго, ни клинков. Да, и тем более здесь у нас есть кузнец. Поговорим. Да что с вами такое? Оба так насупились, да. Словно наконец заметили, что везде воняет дерьмо. Да. Не бойся, скоро они снова начнут друг на друга орать. Ну, тогда помалкивай. Другое дело. Так, рукоять. Улучшение лука-когтя доступно, уже есть. Чего тебе, мелкий? Вот оно, увеличение урона от стрел. Щегол будет наносить еще больше урона. 6 уровень. Рунный призыв восстанавливает чаще стрелы. Вольни кому-нибудь в морду от моего имени. Так, подождите, я хочу посмотреть еще. Доспех мы случайно не можем броню от Рея сделать. Нет. Закаленная какая-то нужна. Сварх-сталь, короче. Рукоять. Можем улучшить. 2-2-2. Поехали. Осторожно! Эту штуку только взглянешь, уже порежешься. 7 уровень у рукоятки. Левиафан прогрейжен, клинки дам. Ярича говорит, прошедшие 2 дня я страдал как тварь. Мне за 18 часов набили бомбезный рукав. Очень хочется посмотреть на чужие стороны, начиная бобер. Спасибо. А что ты не скинешь пацанам фотку?
Так, а... Тут можно, конечно, сделать... Не, давайте не будем. Броня для бедер. Плюс один левел будет только. Но там еще статы. Талисман улучшить не можем. Но мне очень нравится смещение миров. Очень нравится обилка эта. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Удачи. А, камень надо еще восстановить. Я же потратил в прошлый раз камень. Ну, что нужно? Камень воскрешения именно... А, у меня деньги закончились. Подожди, у меня же... Я же не продавал артефакты 100 лет. 750. Ну, одной проблемой меньше. Ну ладно, 5 косарей это уже получше. 30к. Хорошо, тогда я смогу себе позволить купить камень воскрешения берсеркером. Я замотан в целлофане пленки под под бипантеном. Не, ну, я верю, что мы с малым найдем общий язык. Давайте посмотрим, какие навыки ему открылись. Никакие. Все, у него больше не будет навыков. Он все умеет. Это я не все умею. Давайте догрейдим ульту. Угу. Будем кнопки жать какие-нибудь. Какие придется. Помню это место, тем не менее не помню, оставлял ли я что-то или не оставлял. Здесь была ловушка, мы крутили, попадали в другое. Ой, 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 ой. Хотя урона они особо не наносят. Вот, и в этом здании, в смысле, в этом вот месте я не факт, что все просмотрел. Не все открыл, заберусь наверх, там по второму ярусу пробежаться можно. Помним про Рототоскроб, по КД надо его вызывать, чтобы ярость подкопить к следующему серьезному сражению. Не. Вообще тут могут быть темы из серии прикопанные сундуки, какие-то штуки на взрывание, да? Что еще? Что еще, что еще, что еще? Остальное довольно-таки детально в прошлый раз оббегал. Не помню, только туда бегал, не бегал. Кажется, бегал, там сундук был за этой штукой. А, это просто шорткат. Тут была дверь закрыта. Вот это вот. Ладно, возвращаемся в основной зал. Здесь была встреча наверху, помните, эпическая с первым драконом. Мне... Не, мне вообще на метку, конечно, но я хотел бы... Это в начало мы, кажется, приходим. Там сундук мы взяли, там зеркало мы тоже взяли. Блин, кажется, все. Нет, вот-вот. Ну, там внизу я был. Да, я только что оттуда пришел. Окей. Похоже, что главным образом здесь мы все собрали с вами. Побежали дальше. Ветра могут быть. Не припомню здесь ветров. Ну и ветра такие характерные по цвету, зеленые. Их сложно с чем-то спутать. Давай, вызывай Рототоскра. Я слышал, что откатилось. Видимо, сейчас нельзя, потому что диалог или кат-сцена. Щегол продолжает молчать. Как учиться, если ты не учишь? Ты не внемлешь моим урокам. Я делал все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Нормально, диалог. Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? А он, кстати, получает все ответы на свои вопросы. Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Неужели Кратос настолько хорошо контролирует мысли, что... Ты слышишь? Я тебя слышу. Не отвечает. Но это не темы для беседы. Даже про себя. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Мы на вершину горы. Это вот весь этот путь мы на альтернативном лифте поднимались, помните, наверх.
Точнее, не на лифте, а там такой платформа огромная. Ого. О. Я справлюсь. Стой. Не надо. Ой, дурак. Начинается, блин. Он лезет, агрит просто людей. Кошмары слева. Кошмар, причем успел. Да вызывай хотя бы рататоска, ну. А, не взрывается. И давай превратиться. Блин, какие же они... Ладно, давай так. Взорвет. Блин, надо вот эти темы пресекать. Я не могу. Да, они довольно низкого уровня. А, на нем был баф. Я понял. Не заметил я баф. Не факт, что это последний. Это может быть значительно больше. Не вырвался. Черт. Извините за шмыгу. Так, подъем наверх. Наверху шорткат еще дальше. Пацана можно отправить. О, мне кажется, он и дальше прыгать стал, нет? Это относится к уклонению. Что-то можно взорвать, эту штуку можно... Надо привыкнуть к цели ультраоружия. Так, здесь у нас ветра. Ветра. Сейчас разберемся. Вот они, ветра. Привет, фейстайм. Сразу цепляю, потому что могу... Может, это перевалочный пункт. Так или иначе, пусть пока здесь побудет. Так, здесь мы... Нет, щеглом. Взрыв, раз. Раз, два. Дальше три. Черт его знает, зачем это. Вижу. Опасно. Зари. Может, этой штукой можно его взрывать? Их будет взрывать. Я слышу и сзади, и спереди людей. Странные звуки. Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Положил его. Очень подозрительная вот эта штука, как будто кто-то побежит на меня. Интересно, как они работают? Похоже, здесь какая-то цепная реакция. Все, извините, все три взрываются. Раз, два, ага. То есть, видимо, возможно, надо стрельнуть сюда и сюда. Не знаю, к чему правда это. Но стрельнуть можно. Может быть, это... Ну, можно было врагов подэмиджить, может быть, сюда надо было щеглом пострелять, чтобы взорвался следующий. Где-то у нас еще ветра вакантные, непонятно, куда их закидывать. Давайте попробуем щеглу, во-первых, рассказать, что можно наверх прыгнуть. Не факт, что он сподобится, но предложить ему стоит. Да. Все, и пропал щегл. Сейчас кинет нам цепь. А дальше уж посмотрим, как. Ярость — это хорошо. Скоро еще будет рататоскар. Так. Сражение чую я.
Ну не может такого быть, знаете, оно просто так. Не висит. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Может, не будем? Да ладно! Мы убили всех, кого встретили. Ой. В этих горах. Не будите, я уже устал от указаний, что мне делать. Следующий. Понятно. Ой. Четвертого левела. Я знаю, вот против него вот эта штука хорошо работает. Прям ультимативно. Шестого он уже? А как так-то? Что это? Кто это? Поехали! У-ху! А, да. Еще кто там? Нельзя, ладно. Ах ты! Ладно, действительно просто. Так, Рататоскар нам еще ярости притаранил. И вот сюда нам нужно доставить ветра. Причем для того, чтобы доставить сюда ветра, мне нужно думать как ветра. Не, мне нужно точку, из которой... То есть я не могу взять, забраться, скорее всего, не успею. Просто там ограничение в 10 секунд. Поэтому нужно найти какой-то промежуточный шаг, этап. Спуститься вниз, посмотреть. Ну, он точно есть. Мне кажется, где-то на балке спрятан, например. А это не он? Это просто фонарь. Не, ну за 10 секунд я не дотащу, вы что? Или дотащу. Блин, ну это надо прям... Давайте проверим. У меня с чувством времени беда. 10, 9, 8, 7, 6. Не, вообще никак. 5, 4, 3, 2, 1. Сложно, говорит Кэббидж. Ребята, давайте без спойлеров. Но ёпр СТ начинается опять. Появляются умники. Так. Или все-таки эта штука, нет? Нет, это похоже на, скорее на бутафорский. Не достаем? Да, далековато. Нет, не то. Так, другого прохода туда, насколько я понимаю, нет, да? Дай-ка сверху попробуем. Нам нужна такая круглая, светящаяся немножечко зеленым сверка, в которую закинуть ветра. Пам-пам-пам. Ее теоретически должно быть видно вот с верху. Не, он мочи прям сразу, если там подсказывают или... Хорошо, спасибо большое. Блин, ну я не вижу пока. Должен быть вижен, ну то есть поле зрения и рейндж еще до туда. Лифт поднять. Не факт. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
есть я отсюда должен его видеть. Мне кажется, что он в этой конструкции. Давай-ка. В очередной раз я не обнаружил ничего похожего. А выше подняться нет, залочено. Так, опция, если я его позже... Нет, я его позже не сделаю, потому что там коридор вроде как без видимых шорткатов. Да и, скорее всего... Блин, ну правильно, теоретически, надо было сверху... Сверху надо, чтобы было видно эту точку, куда перекидывать. И ступичок. И еще разок. И еще разок. Там меня просто сундук ждет за этой дверью. Не хочется его оставлять. Так, допустим, допустим. Я типа где-то здесь должен стоять. И типа здесь я должен видеть эту... Эту тему. Откуда? И она реально должна быть близко. Я же точно никуда не с... Нет, здесь ничего. Так. Витя там еще. Блин, я не хочу с одной стороны сидеть. ЛКГ на плойку говорит. Если приду 10 минут. А что, что за интересно какое-то? Я начинаю злиться, что простую вещь. Не, я думаю, это баг. Я думаю, баг туда не добраться. Напоминаю, что за подсказки у нас баны. Держитесь, пацаны. Надеюсь, он не вытащит ХП. А то с ним проблемы. Ну, не нашел, как найти, как открыть. Значит, не буду открывать. Поехали дальше. Карта сокровищ. Сын. Поехали. Ну, сын, давай. Теперь не знаю разгадку. Никто не знает. Ну, кто захочет, прогуглит. Здесь они искать не будут. Валькирии будут охотиться за мной до последнего мига. Я спрячу то, что им нужно, прямо у них под носом. Сокровища в залах Валькирии, видимо, находятся. Это как циклоп, просто баг. Да, просто баг. Там собрать невозможно просто. Ну, явно невозможно. Сюда, пошли! Но если, повторюсь, сам не додумался, то... Да как? Нет, стой! Да 5.25. Куда же он бегает-то, а? Да ладно, еще нашел кого агрить. Гол. Ладно, давай, поехали. Я умею с древними сражаться. И не стыдри. Он закрылся, да? Урон холодом явно наносит. И не хочет дальше идти, да? Исцели себя! Фига себе! Ну. Охренеть! Ладно, давай утонем. Это вообще ему пофиг.
он так грамотно еще прокидывает луч. Не, давайте дистанцию продержать. Ну чего ты, ну? Давай, раз, два. И зяваем. Ребят, ну я игровую механику изучаю. Эксперт, эксперт по ней. А как достал-то? Ну ёпрст, как достал-то? Может быть, стоит отступить? Возможно, взорвались сверху. А, можно уже, да? Иду, иду. Ну, конечно! Нет! Вообще жесть. Что? Да как ты достаешь? Меня прям... Ой. Ну, последний удар, я готов. Я готов. Изи. Ну, с запасом по ХП прошел. Раньше с ними было трудно. Трудно? Издеваешься еще? Редкий предмет, резист к холоду. Я не уверен, если у меня были ли у меня вообще резисты к холоду. Были общие резисты в этих, в... Да, холод, огонь 25 и в доспехе 33. Но... Отравление, ослепление. Которое, кстати, очень помогло на Вальке. Давайте сюда попробуем поставить. Хотя вот она низкого левела. Холод. Четвертого. И как следствие статы не очень. Возвращаю парирование. Так. Эту штуку мы должны вскрывать. Рататускра сейчас вызовем еще. Почти вызвали. Рататускр! Рататускр. Два. Можно будет вытащить эту штуку. Еще наверху вижу, но это просто... Взрывоопасная, да? Давайте взорвем. Что можно, то взрываем. И здесь, и там. Или я, типа, здесь должен был бегать вокруг него и сражаться с ним. Так, где-то у нас еще... А, нет, подождите, я же могу просто кидать на сам сундук. Чтобы его опрутить. Теперь же это можно делать. Не обязательно искать, откуда эти корни идут. Сталь, кажется, для брони пацана зайдет. Здесь светильник светится. Может, все-таки можно было в него накинуть ветра. Узнаю это место. Неважно. Не знаю, это основной ход или нет. Ну что там было явно. Похоже на основной. Давайте сзади осмотримся. Да, можно пройти, скорее всего, да? Нет? Нет. Сзади вроде еще что-то было. Вот эта вот штука, например. Наверное, она позволит нам наверх Пошли! Забраться. Либо вот внутрь за... Давай, подожди.
куда нам ее ставить? Туда наверх можно, да? Эхо классное. Серебро тоже нужно, потому что заканчивается оно у меня уже. Помните, последние вещи продавал. Так, а как забраться мне наверх? Я полагал, что вот отсюда туда. Только двигать. А здесь нельзя. Может, еще продвинуть, и он сработает. И попробуем. А, это максимум. Блин, вот очевидно, нужно использовать эту штуку, чтобы забраться наверх, но... Я не вижу другого маркера, понимаете? То есть, по логике, надо либо щегла подсаживать, либо у тебя появляется возможность на эту штуку забраться. А, просто маркер не появляется, я понял. Всегда появляется, сейчас не появляется. Опа, мифический воинский пояс, броня для бедер, просмотром. 5-го уровня, пояс из многослойной полированной стали, неизвестного происхождения. Ну, он такой, он просто на защиту и восстановление. То есть, 5-го левела, не очень высокого уровня, у нас поясок, который прогрейжен, правда, до 5-го, но он, по крайней мере, дает резист 33% к холоду, огню и яду. В этом плане-то он пополезнее. Плюс стали еще дали. Окей. После этого, я думаю, можно идти дальше. Есть определенные проблемы с ХП. И вот наверх еще можно забраться. Я уверен. Но, может быть, не отсюда. Я с полутычка уйду. Вижу хил дальше, легенький. Надо белку опять вызывать. Слышу кузнеца, кажется. Да. Рататоскар! Ага, еще сундук. Давай, хилку только. Блин, он ярость вытаскал. Ну, там, где кузнец, там и врата будут, я полагаю. Ну, могут быть. Еще один мифический оплечий. Из того же самого сета. Поясок. Если его прогрейдить, может быть, там будет действительно третий слот. И в этом тогда есть смысл. Хотя мне, кстати, нагрудник можно путниковский повысить, улучшить. Но для этого нужно еще одного путника убить. Поговорим? Мне следовало бы вам помочь, так что... Мне кажется, что... Ну да, вот это новая нагрудная броня. Путника осколки нужно еще 5 штучек, осколок брони. Тогда мы до 6-го апнем. Да, 2-3. Ну тут тоже 2-3 слота, понимаете? А броня для бедер 1-2, а там 3. То есть лучше он в любом случае не будет. Окей. Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Это точно. Что, идем дальше? У меня ощущение, что я сзади все-таки что-то пооставлял. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, во-первых, тут явно будет заварушка. Которой я, судя по здоровью, вообще не готов. Да, мы можем там, пока белка тупит, подождать. Тайнопись мира Нильфхейм. Вы можете читать надписи на языке Нильфхейм. Вы можете попасть в мир из комнаты перехода. Открылся новый мир. Здесь можно забраться наверх. Блин, без здоровья так не хочется вообще. Этот переливается? Да, переливается, есть. Вот здесь мы ХП немножко тоже восстановим.
Отлично. Уже лучше. Не факт, что меня не шотнут из этого перехода. Я проверю этот переход, безусловно. О, ну с богом. Смотрим, кто здесь. Какого уровня? 6-го. Блин, мне нужно оружие менять. 6-й, 7-й. Блин. Чё-то вообще не алё я. Да. Встаём. Но они высокого левела, мы его и чуть выше. Это еще пока не обратились. Вот, снова. Щегла уже все, уже поймали. Я стою еще рядом с... Блин, не увидел. Блин, нет. Конечно. Капец. О, вытолкнул. Так, главное сейчас на этих, на кошмарах не сдаться. Кошмаров щегол отстреливает. Стоит ли щитовик? Изявы. Хорошо. Как будто еще кто-то живой. А, вон кошмар. Сейчас от кошмара базового отлететь, а? А? Надо герова хир еще делать. Было. Ты справишься? Спокойно. Как же Рототоскер долго откатывается, а? И, конечно, ярость. Трындец. Щегол, давай, ты справишься. Изи. Достаем лутецкий, заслуженный. И это полимеров. Ну, скорее всего, там еще что-то будет. Классический. Безупречный элемент мира. Серебра, 10 косарей. И это уже 11 из 18 разрывов. Еще вчера казалось, что не было ни единого разрыва, но уже 11. Поднимаемся. Здоровья как не было, так и нет. Так, хилочка. Нормально. Большая, маленькая. Ну хватит вам. Молчание уже давит на нервы. Да, кстати. Не они... мешай нам настраиваться. Они очень давно не говорили. О, я помню, здесь было сражение эпическое. Вот, смотрите, какая красота. И вот мы поэтому можем пойти. И нам как раз туда, на вершину. Вот это графика текущая в игре. Очень красиво. Я сзади проверю еще сундук. Мне кажется, здесь было что-то такое, что можно было... А совсем назад можно? Давай-ка сюда. Так, хорошо, уже не зря сходил. Сейчас проверю, друзья. Я понимаю, что мне не туда, но мне хочется проверить. Ага, ну тут мы выбивали, я помню, сундуки открывали, легенды читали, наверх забирались.
Может быть, но... Нет, подождите, вот здесь вот может быть несколько комнат. Один сундук. Я ищу прикопанные какие-нибудь сундучки. Это просто... Окей. Вот, можно, например, использовать вот эту штуку и где-то точно нейтрализовать нарост. Мне кажется, что... Или я здесь был уже после того, как у меня лучок появился. Вполне вероятно. И последнее, что сделаю, это заберусь наверх. Там тупиковое... А, нет, нет, здесь же нужно... Здесь же нужно заморозить. Возможно, я здесь был уже после того, как... Да, после того, как мы уже стали счастливым обладателем лука. А если перед хилкой взять, одеть шмотки на восстановление? Ну, это долго, на самом деле. Не очень рационально. Тут можно отжираться при помощи рунок, можно отжираться... В принципе, ты, например, сдох, и все, у тебя полное здоровье. Если челленджа нет, то особенно... Нет проблемы, короче говоря, с лечением. Красиво. Мне кажется, надо отталкиваться от второго оружия. От клинков. И отсюда мы теоретически при помощи артефакта сможем, насколько я понял, попасть в мир великанов. Кажется, но это не точно. Слева был тупик, помню. И здесь можно спалить, как видите. Но это еще не все. Чекаем тут. Да, пожалуйста. Я помню, приблизительно помню, что где-то были мне хвосты. Это третий, да. Сет, мифический браслет ясности. Но он тоже 5 уровня, тоже не выдающийся. У нас 5 с легким плюсом. Хотя... Наручи у нас с вами не без дополнительных каких-то свойств. Поэтому вполне вероятно, вот их мы с вами заменим. Рататоскар! По статам сильно не выиграем. Там восстановление больше. Опять он мне ярость выкапывает. Почти на месте. Да. Наконец-то. Здесь мы впервые увидели этих братьев. Мальчик, руну. Так, погоди, пацан, я проверю еще всякие тупики. А, тут мы... Это дальше проходили, неважно. Давай. По ней вырежи. Так, найдите, потом нажмите. Раз. Блин, со стиками, конечно. Да, серьезно? Ладно, давай сначала туда-сюда проще. Здесь, кажется, 4 точки у нас. Ну, по этим штукам. Да. А, они все потухли при этом. Ах ты пес. Давайте со сложной начнем. Вообще, он такой. Если вы думаете, что это просто, да, возможно, это просто. Для человека, который со стиками дружит. Но... Я их ненавижу. Да как так? Нет! Нет. А, получилось. Одного, один промах, видимо, позволительный. Ого. Графон! Графон! Вот он, Хейм. Вот и он. Пам-пам. Он прекрасен, да? Это, типа, самая высокая гора в мире. Брат, во всех мирах. Мирах. Что, скучал? Ё-моё!
сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Чувствую, сейчас эпик будет. Этот боли не чувствует. Байдер, отпусти их, возьми меня, я сделаю зону! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! С горы его, с горы! Разворачивайте на фуллскрин. Разворачивайте на свои 60-дюймовые плазмы. Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Класс. Ой, щегол. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! Трума! Что? А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Я не туда уклоняюсь. Я тебя сломаю. Когда же вы сдохнете? Круто. Музыка такая. Я задал вопрос. Очень круто. Ах ты, тварь, в другой мир. Дело сделано. Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя.
Все кончено. Да ну. Пусть так. Бандер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Мое! А чё вы такие спокойные? Ё-моё, какой они сделали... Очень эпично, конечно. Пыщ. Ты мне поможешь? Да подожди, лежи. Бог не может встать. Так, что у нас по луту? Ладно, поехали. Фух. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Блин, он мне Сокол опять напоминает такие моменты. Не знаю почему. У меня такой же понурый вид. Так. Ротоскор! Лутаем. Вы мною пользуетесь! Фух. Ну так. Как холодно. Такую нам. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Ой, смотрите. Берега. Вижу корабль. Хельхейма. Тут особо, ну, точек нет. Идем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Сын. Сундук там. А что? Это не я. Не я. Часовой разбойников. Бросает топор им в ноги. Папа может не только обойти щит, но и заставить их споткнуться. Понятно. Очень странная дверь. Нам туда. Статуи такие. Чую опять битву какую-то на этом мосту. Я понял, перепрыгнул. Шестые, блин. А на кажется сзади там еще появились люди. Да. Кошмар, почему еще? Get over here! Ой, это не то, это не то, не то, не то, не то, не то, дурак! Ой, дурак! Да и главное, я не могу эту при это самое прервать эту атаку. Перепутал две клавиши. Вместо того, чтобы кинуть крюк, сделал обилку. Непрерывающийся. Дурачок. Надеюсь, кто-то считает мне смерти. Что это?
Там дальше не пролетит. Не понял. Да как так-то? Ладно, Щегол, ты сам-то, я не справляюсь. Ротоскор! За что вы так со мной? Купи себе щит! Вот говорит, почему он меня опять вытаскивает ярость, она у меня полная. Вот гад. Сейчас на волков поменяю, если честно. Но он вытаскивает это уже четвертый раз, я. Не то. Но мы боги. И можем делать все, да. Что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе да. Нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Так, а что у него за болезнь-то такая? Может, действительно, после... Там что-то конкретное случилось после того, как он... Нормально, я могу ползти. Нашел куда. Голова. Что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Надо проверить. Здесь покинуть нет Хель. Прохода. Чем скорее, тем лучше. Нет прохода. Я тоже не стану прохода. Брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. А кто же это был, Щегол? Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Так. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. По правде. Теперь не мешай. Так, ну... У нас тут нужно два вот таких источника найти, чтобы дверь открыть. Плюс там еще подморозить можно что-то. Вниз не спуститься, но... А, подождите, может быть и не два, может все из... Нет, из одного, кажется, нельзя вытащить, да? А, его надо просто заморозить, видимо, да? А потом вытащить отсюда, по идее. Нет, не той кнопкой. Не той... Что ты... Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Да подожди, дай подумать. Я... Да какое думать? Я просто кнопки путаю. Ну все, должно работать. Должно работать. Подожди, подожди, подожди. Открыто, открыто. А, надо подойти, извините. О, путник. О, нет. Отец, уходи! Да, конечно. Перебьем. Да, пошел, давай, да, был. Не зря мне белка носила ярость, правильно? Так, еще одного осколка брони путника не хватает. 9 из 10. Мы можем ломать им броню, держась поближе, уклоняясь от ударов. Если он поднимет меч для удара замахом, надо уносить ноги. Ломать броню, держась поближе, уклоняясь от ударов. Я что-то даже не замечал, что... Так, пламя хаоса. А вот это... Еще один грейд для...
для клинков, кажется. Да, пламя 3 из 4. Агрейд двоечка. Так, секунду. Да, я вижу спуск вниз. Давай, побыстрее разберемся. Но меня интересует и вот этот сундук, если честно. А там, видимо, надо... Всегда пожалуйста, сволочь. Или я оттуда должен забраться. Я видел там хилку еще слева. Белка дерзит. Ладно, давай. Или мы не можем спуститься. Не можем спуститься. Ведет в никуда. А здесь по карнизу тоже не можем. Туда допрыгнуть тоже не можем. Ладно, значит, надо просто после выхода направо повернуть. Да, опять ярость выпадает. Я уже не помню, когда последний раз хилка выпадала. Давай, лети. Эту штуку можно двигать. В DS, кстати, тебя бы уже... За такие перекаты ты бы поплатился, а тут так просто ты не можешь. Я не помню, была ли ручка с той стороны. Но пройти я так не могу. И посмотрим. По логике должна быть. По факту нет. Обходной путь какой может будет. До конца туда. Ладно, да, дальше давай. Я могу двигать только так. Как вариант вернуться типа назад и вот оттуда попробовать сигануть. Там не было, правда, метки, блин. Но я пока не вижу другого способа. Да, все-таки так. Метка появляется только после того, как есть возможность перейти. Ой, кто там? Где? А. Что-то я тебя не увидел. Да блин, да... Не можешь парировать, не парируй. Реально, все пропустил. Поставил бы блок и не парился бы. Так, минус здоровье. Стой! Кажется, там Бальдер. Где? Не вижу. Ну, Бальдер и Бальдер, нам идти больше некуда. Я бы никогда на это не согласился. Слушай. Ты не имела права! Я имела право. С кем? Я твоя мать! Не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую жарко здесь или холодно. А-а-а. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. О-о-о. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни. Все, мать. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды... Блин, голос знакомый. Ты все поймешь. А, подождите, это же та, это же... Это же с черепахи. Та же женщина, правильно? Нет. Да. Не пойму. Давай. Голос ее. Прея, да. Давай. Ты мне жизнь погубила. Нет, мы можем это обсудить.
Теперь я знаю, нет. Да ладно. Давай. Давай. И он не сможет. И он каждый раз, видимо, этот момент переживает. Ты трус. И плюнул в него еще. Да, вот так хотят, как лучшим. Лук торчит у вас, господа сталсеры. Ну да, а чего у них там? 20 таких богов, 20 таких богов. Что и каждый с каждым. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? Пара-тройка семей. Такая звучка классная. Фрея, его мать. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Да, мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Так, нам типа вправо, но идем влево. Если пройдем, конечно. Да, можно пройти. Поползли. Вот сундук, который мы видим. Щеглу надо будет броньку прогрейдить. Возможно, выберу что-то другое. Там есть три принципиально разные брони. Что-то там на здоровье, что-то там на рейнджовые атаки, что-то там на саппорт, типа удушение. Короче, последний шанс у тебя, Белка. Если опять не вытащишь ярость опять, я тебя уволю. Сдохни! Ты издеваешься? Ну ладно, хоть взять можно. Все, белку меняем, задрала она. 7 раз подряд уже ярость, при том, что хп не полный. Так, у нас тут уже, кажется, кто-то пошел, да? Ой, блин, там же рейнджовый. Ой. Нет, это не то. Да убиваем просто. Тут щекол всех убивает. Более высокого уровня. Ой. Я бы... Блин, щитови, конечно, трендец отвлекает. Блин! Да, я пытался вернуться, но нет. Но, увы, нет. Еще одна смерть. На ровном месте, причем смерть. Тут можно было спокойно. Но если бы этот гад вытащил мне хпшечку, было бы попроще. Уволить белку.
Уволить белку. Ну, меняем на волков. Волки дают контроль, волки наносят урон, волки молодцы. Почему он не сваливается, а? Там сзади новый появились. Это очень хороший удар в том плане, что он... А, он игнорит меня, что ли? Окей, бывает. Можно было на заспину заходить к нему. Так проще. Он быстрее выходит из строя. Давай еще был сам. Молодец. Хуй хаос. О, у тебя придется многое сделать. Кто это? Поспешим. Такое впечатление, что это здесь тоже лутецкий будет. Это не возврат назад, это. Хотя это место я узнаю уже. Нет, это возврат назад по сути. Окей, хорошо. Не, нормально. Нормально. Сейчас нет преимущества у врагов по уровню, это точно. То есть они шестые, я шестой, все шестые. Когда превращаются в седьмые, да, посложнее. И опять же, если это не... Ну... Враги не ближнего боя. Нам туда, эту штуку можно передвинуть, соответственно, пройти дальше. Двигаем, отодвигаем. Нет, нет, двигаем. А, только вперед. Что, уронить ее можно? Понял. Вижу сундук и три руны. И поэтому надо сейчас осматриваться. Вижу, можно. Да. Первое. Печать снята. Они тут в теории... Еще один сундук наверху. Должны быть хорошо заметны, потому что... Потому что выделяются на общем фоне. Тут все довольно блекло. По логике должна быть... А, эту штуку мы, скорее всего, будем использовать, чтобы наверх забраться. Здесь не видно. А наверх как? Откуда? Вот туда, да? Окей. Чатик на стриме подвисает иногда. Да, я вижу, что он не актуальный. Должен нормализоваться. Так, еще две руны. Вижу ветра наверху. Пока заберемся наверх, вот отсюда. Вон еще одна руна справа. Вдалеке виднеется. Тут только топором. И то надо давать хороший запас. Вторая печать.
То есть третья может быть вообще черт знает где. Ветра. Еще выше есть. Куда забраться? Так, а здесь у нас тупик. Здесь у нас пока что тупик. Третья руна, скорее всего, находится, я полагаю, в поле зрения вот от... Так, слушайте, а наверху-то тоже можно забраться. Видите, еще выше можно забраться. Эту штуку мы вправо можем передвинуть? Например. Нет? Вправо. Нет, вправо не можем. То есть надо найти возможность забраться еще выше. Либо за тот уступ, но там я не вижу, чтобы можно было. Либо... Стоп. Какой-нибудь там N. Угу. Тут ничего, тут ничего. Еще раз гляну здесь. Тоже вроде. Здесь мы видели первую руну. Сундук, который взяли. Так, окей, давай попробуем забраться. И по вот этому карнизу, не знаю. Майкер, ха-ха-ха, механика, лол. Спасибо за то, что смотрели. Увидимся с вами завтра вечерком. Пока. Всего хорошего.